Ой, ребятки, смотрите, какая красавица. Я ее распрямила хорошо. Вроде так развернула, вроде бы ровно. Так, проверяю сейчас гирляндочку. Сейчас в первую очередь прицепим гирлянду. Стоять у меня елочка, ребята, будет вот здесь. Она у меня каждый год здесь стоит. Вот в этом углу. Вот. Очень даже хорошо. Она у меня здесь вписывается. Я специально, когда покупала вот эту елку, вот в том году. Это и гирлянду, видите, проверяю на столе. Вот. Я когда покупала эту елочку, я рассчитывала именно по высоте вот сюда, вот в угол. Так. Игрушечки я уже достала. Буду наряжать потом. Расскажу вам, откуда каждая у меня тут эта игрушечка. Это подарок от моей клиентки. Я у нее стригу собачку, и она у меня покупала собачку, и она сама вот это делает. Такие красивые штучки. Ну, она занимается вот как бы декупаж, или как это называется, да, ребята? Это она мне подарила такого ёрчика. Вот, ну, я вам буду рассказывать, в общем, что у меня откуда. Эту гирлянду, это у меня синяя гирлянда, мы ее цеплять в этом году не будем. Прицепим вот такую, беленькую. На белую елочку, беленькую гирляндочку, вот такая. Так, ну что, ребятки, установила я елочку, приделала гирлянду. Гирлянда у меня в этом году вот такие вот тоненькие, смотрите, ниточки. Мы купили их 4 штуки, там сын и на окна хочет приделать в доме. Так, она, кстати говоря, переключается, есть режимы, у нее 7 режимов разных, мигает по-разному она. Ну, довольно-таки нежная, очень красивая. Сейчас будем украшать, ребятки. Так. Это у меня рождественский ангел. Он у меня пойдет на самый-самый верх. Так, в этом году, значит, это у нас получается год водяного тигра. Игрушки должны быть голубые, белые, золото обязательно присутствовать, сказали. Это я смотрела дизайнера вот недавно по телевизору, вот в новостях показывали, как нужно украшать елку, в каких цветах. Но в доме у меня будет классическая, я там игрушки менять не собираюсь, там все у меня игрушки стеклянные и, ну, как бы, там пластмассовых буквально там 10 штук, раз-два я обчелся, все остальные там очень дорогие, красивые стеклянные игрушки. Она у меня каждый год одинаковая, я игрушки не меняю. Вот бывает там что-то докупаю и все. А вот на этой елочке, вот мы поменяли гирлянду в этом году. Была голубая, у меня есть голубая. И она, кстати, ребята, смотрите, какая огромная, она такая плотная. Это дорогущая гирлянда фирменная. Ну, я ее, наверное, где-то в другом месте, может быть, где-то прикреплю. Ее очень много здесь. Она у нас идет на 800 лампочек. Ну, то есть такая большая. Вот она у меня в том году была намотана на этой маленькой елочке. Вот, в этом году, короче, делаю в белых цветах все. Вот, у меня золотые снежиночки будут украшены. Ну, в общем, начнем украшать. Ребятки, наряжаем елочку. Смотрите, какая красивая. Снежинка или, ну, типа снежинка сделана. Видите, Матерь Божья, Иисус Христос и Иосиф, отец. Как рождественская звезда. Это мне сестричка в том году дарила. Но мне очень она нравится. Она какая-то такая, знаете, как сказочная просто. Вот так будем сейчас наряжать. Так, снежинки в самую последнюю очередь у нас будут. Так, так, так. Вот такие штуки у меня есть когда-то классные. Я делала их сама, наверное, лет 10 назад. Это у меня такая была как бы манечка делать, ну, это я так называю манечка, на каждый год делать какие-то сама, какие-то украшения на елку, игрушки. Это я вешаю обычно вот там на окне. Я потом вам покажу, куда мы их повесим. Я сама вот эти бусины набирала и делала. Тоже они такие очень красивые, мне нравятся они. Они на леске крепятся. Так, это я потом вам покажу. О, у меня как раз тут игрушки в бело-золотой цвет. Я когда-то шарик с Польши привозили. У меня набор таких шаров есть, польских. Очень красивая.
Так, синих игрушек у меня не сильно много, а белых побольше. Вот будем так наряжать, чтобы они были... Не, наверное, вот большие шары внизу сделаем, а маленькие вверху, да. Вот это один из самых первых шаров, когда мы с мужем только поженились. Тоже стеклянный. Это где-то, наверное, в 90... Ну, у нас уже Настенька была. Это, наверное, 90... Мы в 95-м поженились, в 96-м Настюша родилась. Вот это или 96-й, или 97-й год. Вот этот шарик. Где-то 24 года шарику приблизительно. Так, вот здесь мы его повесим. Так. Это положим пока сюда. О, белый. Такой же это с этого набора. Вот. Белый очень тоже такой. Как знаете, как инеем покрытый. Красивый тоже. Игрушки все практически стеклянные, я же говорю. У меня мало пластмассовых игрушек. Вот, ну, редко. Это я когда-то сама делала. Типа техника декупаж. Я же говорю, у меня когда-то было такое. У меня манечка была вот сделать что-то самой, своими руками. Мне это так надо было. А вот это, кстати, не стеклянные игрушки. Это набор когда-то я покупала такой миленький. Это пластмасса. Но очень такая, знаете, симпатичная. Такие они шишечки тут. И сейчас я вам покажу. Тут много всего. А у меня еще есть вот такие ангелочки стеклянные. Мы их сейчас повесим с вами. У меня их много. По-моему, штук 12 этих ангелочков. Так. Еще надо венок найти на двери. У меня еще есть венок. Я его обязательно на дверь, на входную вешаю. Мне он очень нравится. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ничего страшного, это пластмасса, ничего не разобьется. Так. Вот когда наряжаю елку, знаете, это, наверное, и у вас такое ощущение. Когда наряжаешь елку, знаете, как вот как вроде в детство входишь. Вот. Ну, вот у меня такое ощущение. Вот еще, наверное. Вот это тоже с этого набора. Тут вот такие были. Вот Дед Мороз со снеговиком. Не знаю, видно вам, ребятки. Я надеюсь, видно. Я очень люблю наряжать елку, и я очень люблю смотреть видео, там, где люди наряжают елки сами. Вот. Недавно он сам был, наряжал елку, я смотрела. Ну, не знаю, что он не нарядил свои, вот очень красивые в том году он купил такие ветки, цветы, ветки. Вот я не знаю, почему он не стал наряжать их. Я бы нарядила, конечно, елку с этими ветками. Ну, они такие красивые вообще. Что он проигнорировал. Ну, это такое дело. У каждого свой вкус. Вот это обалденные шары. Смотрите, ребятки, тоже такие красивые, вообще обалденные. У них, по-моему, 3 или 4 штуки сейчас. Их надо так распределить. Симметрично. У меня чисто голубых вот игрушек и нет. А в этом году вот нужно голубыми наряжать. Вот. У меня синие и серебряные.
Случится все то, что снится. Что-нибудь произойдет, что-нибудь осуществится. Может быть, в один из дней, в пасмурный холодный вечер, счастье вдруг придет ко мне, и любовь свою я встречу. Счастье вдруг придет ко мне, и любовь свою я встречу. Снежинки за окном поют ветра, падают снежинки от заката до утра, падают снежинки, кружим белый хоровод. В гости к нам идет Новый год, Новый год. Падают снежинки, кружим белый хоровод. В гости к нам идет Новый год. Ну что, я закончила украшать елочку. Такая она получилась. Хотела просто включить, чтобы она не мигала. Ну, что-то я не пойму. Как-то режимы тут. Она сначала стоит минут 10, не мигает, а потом начинает вот так вот мигать всеми, как сказать, всеми огнями и всеми режимами сразу. Ребятки, вот так вот выглядит мое окошко возле моей моечки, как в сказке зимней. Я немножко там повесила таких небольших игрушечек, чтобы себя там порадовать. Вот смотрите, как смотрятся вот эти вот бусы, которые я сама делала. Это был год лошади, я делала, потом был год кота, по-моему, тут просто снежинки. Ну, я их за 2 года сделала, вот один год какие-то сделала, потом еще добавляла, по-моему, был, а год лошади был, вот, я делала лошадь, потом был год кота, я делала, вот, или год тигра, или год кота был, я парочку делала. Ну, в общем, вот так они смотрятся, они вообще переливаются, когда на них попадает солнечный свет, они прям так, знаете, как хрусталь блестят. Эти бусинки. Сейчас оно, конечно, темно, оно не сильно их видно. Вообще, я их делала для украшения, если честно сказать, на елку. Ну, потом они сюда у меня на тюльку перекочевали. Ну, в общем, ребятки, вот так вот я украсила свою кухню. Очень уютненько и по-праздничному уже праздник. Действительно, вот уже когда елочка наряжена, вот действительно чувствуется вообще праздник уже в доме. Красивая гирлянда эта белая, она мне очень нравится, очень красиво смотрится. С такими белыми гирляндами у меня и в доме будет елка в этом году, с такой гирляндой. Ну, теперь будем наряжать следующую елку в доме.
Ребяточки, ну вот и нарядили мы первую мою елочку. Кому понравилось мое видео, ребята, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал. Будет еще очень много интересного видео, еще у нас две елки. Вот. И всем всего хорошего и до новых встреч. Пока, ребята.